Были объединены усилия как санаторно-курортного комплекса, учреждений торговли, различные предприниматели активно включились в эту работу. Но нельзя сказать о нашей социальной сфере. Это управление культуры прекрасно подключилось к этой работе. Учреждения откликнулись на вот этот зов и приняли участие. Управление образования прекрасно отработало. Управление по делам молодежи. Также я хотела бы отметить и транспортный цех наш, когда предприятия, такси, маршрутное такси, они стали активными участниками, понимая, что здесь равнодушных людей быть не может.